Лада Веста 2019 года по трассе 6 литров, по городу 9 литров, 1800 кубов, 122 лошадиные силы. Что нравится? Курсовая устойчивость, не надо подруливать, удобные кресла, есть поясничный подпор, боковая поддержка, очень удобный профиль, шумоизоляция, слышен только ветер на скоростях за 100. Тяга мотора с полным загрузом спокойно можно обгонять. Общий комфорт и простор в салоне. Сзади места очень много, над головой места много, удобно всем. Большой багажник, входить, два взрослых чемодана, коляска, сумки, самокат, газовая печь и гриль и всякая мелочь. Высокий криллинс, к бордюру можно парковаться спокойно. Что не нравится? Вой коробки. Она все так же шумит, как на моей прошлой гранте. Когда сцепление холодное и сырое дергается в момент трогания, первые пару километров. Скрип в подвеске на холодную, видимо, стойки стабилизатора. Меня это сильно не волнует. Расход по трассе на необкатаран моторе со включенным круизным климатом и 4 взрослыми пассажирами 6 литров на 100 км. В городе расход 9-10 литров. Автомобиль, в котором чувствую себя спокойно и уверенно. Мне нравится.